Надеюсь, меня еще не заметили. Что-то не так.
Нужно действовать осторожно. Ты
Поехали. Вперед. Элла. Ah!
трогай. Я здесь по поводу работы. Что случилось? У берега затонул корабль Спарты. Все воины погибли, но их оружие еще может пригодиться. На корабле был сундук с вооружением. Тогда будь его. Спартанцев не учили сражаться с акулами. Просишь вспороть этим акулам брюхо? Все так. Я помогу. Даю слово. Спасибо. Сделай все аккуратно. Можешь предоставить это мне? Голова. Легче. Thank you.
Ты вернулась. Дело сделано? Они мертвы. Все до одного. Спарта довольна тобой. Это тебе. Сойдет. Ты умрешь! Вперед, Фобос! Нужно быть осторожной. Thank you.
Твоя записка была на доске. В чем дело? А, Мисти, в душе я поэт, но чтобы творить, мне не хватает денег. Моя трагедия в том, что я не могу записать свою трагедию. Что тебе нужно? Мне нужен папирус, Мистия, или деньги на него. У никчемных разбойников все это есть. Хочешь, чтобы я дала тебе денег? Да, любые деньги будут кстати. Держи. Скажи, что ты ищешь. Возвращайся еще.
здесь много охраны. Ha!
Это ослабит позиции афинян. Ah!
тебе сюда нельзя, уходи. Кому-то нужна твоя помощь. Ага, у тебя хороший вкус.
Если нужно что-то еще, дай знать. Видеть, капитан! Ожесточенных боев. Спартанцы собираются с силами, чтобы вытеснить Афинян из региона.
Афинский пес Перикл боится вас, прячется в Парфеноне с драматургами и софистами. Он не смеет выйти к нам, сразиться на поле боя. Он знает, как вы сильны. Он знает, что дни афинян в Мегариде сочтены. Он знает, что дальше черед Афин. Ты прорвала блокаду Афинин. Они мешали мне. Спарта перед тобой в долгу. Тюхи улыбнулась тебе. Ты подоспела как раз к великой победе моего отца. Ты не его сын. Его дети давным-давно погибли в Спарте. Он усыновил меня, когда прежняя семья навлекла на него позор. Я бы так никогда не поступил. Порой все складывается не так, как мы рассчитываем. История славится избирательной памятью. Как будто ты была там. Может быть. Глупость. Для этого ты слишком молода. Хватит о прошлом, поговорим о будущем. Какой наемник станет воевать, если ему не заплатили? Скажи, зачем ты на самом деле здесь, пока я не зарубил тебя? Я хочу увидеть волка. Это не так просто. Николаус командует всеми войсками Спарты. Если это и впрямь твоя цель, мне придется огорчить тебя. Ты точно тут за все в ответе? Что-то ты не похож на спартанца. Возможно, мне стоит пойти к Николаусу? Пожалуй, чувство юмора — это не то, что нужно наемнику. Но мне пригодится твоя помощь, если ты не прочь подзаработать. Корабли уничтожены. Но Мегарида по-прежнему в руках афинян. Чтобы дать им бой и оттеснить врагов в Афины, нужно ослабить их позиции. Твой отец? Кто он такой? Николаус. Волк из Спарты. В детстве я впечатлил его своим мастерством, и он взял меня под опеку. Он сам тренировал меня и в конце концов принял в свою семью. Он мой отец и наставник. Он будет гордиться мной. Ты ведь слышала о нем? В основном слухи. Вряд ли они справедливы. Он умелый воин и великий полководец. Я бы отправился за ним и в царство Аида. Как успехи в войне? Блокада Афинян должна была помешать нашему продвижению в Мегариде. Теперь мы вытесним их отсюда раз и навсегда. Лазутчики выясняют, кого нужно убить в первую очередь. Под предводительством Волка мы победим. Почему для этого нужен наемник? Кажется, вы располагаете множеством солдат. Дело не в размере армии. Мегарцы — наши союзники. Мы не хотим вводить войска, пока не будем уверены в победе. Лазутчики уже думают, где нанести удар. Заплати, и я помогу освободить Мегариду. Вы все одинаковы. Ни чести, ни совести. Но лучше, если ты будешь биться на нашей стороне. Афинине уже нашли наемника. Так что им помощь не нужна.
Если нам удастся выманить и убить их предводителя, мы сокрушим Афинян на поле боя и заставим отступить. Украв их сокровища, уничтожив припасы и опытных воинов, мы сделаем их уязвимее. Покажи это лазутчикам. Если встретишь их, обязательно узнай, нет ли вестей. Возможно, им будет нужна помощь. Где найти лидера Афинян? Он в Мегаре, под защитой стены целого гарнизона солдат. Но если убить его солдат, уничтожить припасы и украсть богатство, он будет уязвим. Что нужно уничтожить? Все, что пригодится Афининам. Ищи припасы и оружие. Поиски стоит начать с порта Нисая в долине царя Лелика. Первым делом все припасы привозят туда. Это сокровище. Зачем оно вам? Солдатам необходимо платить. Без денег им не захочется гибнуть за чужие интересы. Афиняне хранят свои сокровища в крепости у подножья горы Герания. Думаю, мне все понятно. Кроме того, не забывай, что с каждым убитым афинским солдатом мы на шаг ближе к победе. А когда я поставлю Афинян на колени, я встречусь с Николаусом. Или ты будешь следующим? Отправь афинских псов к Аиду, Мистия. Сделай это, и волк лично проследит, чтобы тебя наградили. Добраться к волку, нужно помочь Стентеру одолеть Афинян. Не буду терять время. Здесь бдительные стражники. Thank you.
Вот что я искала. Крепость Герания неприступна. Здесь Афине не хранят свои сокровища. Икар поможет мне в поисках. Сложняй, мне нужны... Yeah.
надо забрать сокровища и уйти. Если афинским солдатам не платить, они поумерят пыл. Его сбей! Нет, нужно сбить огонь. Εργάζεται λοιπόν παρά Я на свободе. Спасибо тебе за доброту. Thank you.
Всех на Корфу! Остров Блаженства! Ждем вас каждый день! Тебе сюда нельзя! Dara Gioxilo. Chi sei?
Весна витает в воздухе. Спарта вспомнилась. Солнце встает. Если заметят, мне не держись! А тебе не жить! Лидер Афинин мертв. Нужно вернуться к Стенту. Yeah!
Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Thank you.
Держись подальше! Ah!
Ты дорого стоишь.
Женщина, подашь старику на еду? Знай ты, что я творила, не называл бы меня доброй. Неправда. Душа — это больше, чем твои поступки, незнакомка. Скажи, как твое имя? Кассандра. А твое? Просто нищий. Я прибыл из Персии, чтобы увидеть красоты Греции. Я многое могу, но не в силах вернуть тебе зрение. Я и не прошу. Слепота — ноша, возложенная на меня богами. Я смирился. Что тогда? Смотри за меня. В детстве один афинянин рассказывал мне чудесные истории о Греции. Я снова хочу их услышать. Отправляйся туда, где я мечтал побывать, а потом расскажи мне о своих странствиях. Я плохой рассказчик, но я буду твоими глазами. Верно, я почувствовал в тебе доброту. Старый перс тебе очень благодарен. Пока рано. Какие места ты хотел увидеть? А больше всего я любил истории об Акрокоринфе, статуях Зевса и Афины, бронзовой птицы Аркадии и, конечно, о таинственной горе Тайгет. Итак, расскажи мне о статуе Зевса. Этот колосс был готов покарать Кефалинию. Так мне рассказывали. Я смотрела на Кефалинию со статуей Зевса. Скажи, там правда очень красиво? Да, это красивые земли. Статуя Зевса смотрит на белые пляжи и покрытые зеленью горы. Но жители страдают из-за войны. А, так мне и рассказывали. Боги благословили землю, но отвернулись от людей. Это жестоко даже для богов, Мистия. Так, я тебе все рассказала. Теперь расскажи о себе. Что привело сюда перса? Персия и Греция словно два разных мира. Когда Греция процветает, в Персии настает темное время. А когда вас терзают внутренние распри... В Персии мир? Верно. Мой народ процветал после смерти царя Ксеркса. Все, кроме меня. Меня пытались отравить. Так я и лишился зрения. Я бежал и оказался здесь. За тебя назначена награда? Это интересно. Было, но теперь уже нет. Итак, расскажи историю, а я расскажу о себе. В Греции много статуй Афины, о какой идет речь? Для меня только одна. История начиналась так. За холмами нам открылся город, где кипела жизнь. И Афина взирала сверху прямо на нас. У меня добрая весть. Я была у статуи Афины на Акрополе. Ах, если бы я мог быть там, рядом с богиней. Скажи, какая она? Афины — город статуй. А богиня — самая величественная из них. Она взирает на город с высоты, как безмолвный страж. Да. Она не только защищает Афины,
но и напоминает о бедах, выпавших на долю жителей во времена вторжения. Твой черед рассказывать. Ты сказал, на тебя покушались. Того, кто убил тирана Ксеркса, звали Дарий. Он не был похож на прочих убийц, коих знала наша история. Потом ему заплатили за мою смерть. Убийцы царя поручили убить нищего? Зачем? Хочешь подробности, да? Так расскажи мне еще историю. Акрокаринф? Дай угадаю. Это в Каринфе? Так и есть. Это самый знаменитый храм Афродиты, вашей богини всех простых радостей жизни. Я была в Акрокаринфе. Оттуда вся Каринфия видна, как на ладони. А, я могу лишь гадать, как последователи Афродиты чтят свою богиню. Гетеры всячески воздают хвалу Афродите, особенно по ночам. Ваша богиня стоит того. Когда я был моложе, по ночам часто думал о том, как бы мне воздать ей хвалу. Вот и вся история. Теперь твой черед. Итак, кто-то хотел твоей смерти и нанял Дария? Верно. Мой брат. Твой брат? Это какая-то бессмыслица, старик. Так и быть. Я тебе расскажу. Мы с братом последние из сыновей царя Ксеркса. Не может быть. Тогда ты стал бы царем. Я был им. Меня зовут Артаксеркс. Я хотел, чтобы в Персии воцарился мир. Но мой брат жаждал власти и нанял убийцу. И вот я здесь, изгнанник, просящий подаяние. Я продолжу, если ты... Да, с меня история. Ты сказал, гора Тайгет, верно? Похоже, ты знаешь. Я слыхал о ее аппетите. Говорят, гора питается страданиями спартанцев, поэтому люди приносят ей в жертву собственных детей. Это не совсем так. Я была на горе Тайгет. Правда? Скажи, ты видела бога, пожирающего спартанских детей? Тайгет — это самая обыкновенная гора. Источник страданий там люди, а вовсе не боги. Как и во всех самых ужасных местах. В детстве я... Я почувствовал это в тебе сразу же. Ношу страдания на твоих плечах. Оставь это в прошлом. Скажи мне вот что, царь Артаксеркс. Как мне тебе поверить? Ты совсем не похож на царя. Ну, в этом весь смысл. Я же скрываюсь. Докажи. Ладно. Я знал человека по имени Фемистокл. Афинский полководец. Я слышал, он был подвергнут остракизму. Все это политика. Он приехал к нам, ко мне, и искал убежище. Я был царем, но очень юным. Он учил наш язык и рассказывал мне истории о родине. Об Акрокаринфе, о горе Тайге. О местах, где ты не был. Я любил их слушать. И любил Фемистокла как отца. Он был так добр ко мне. Не то что Ксеркс. Я могу рассказать тебе, где он спрятал сокровище. Что ты помнишь об этой бронзовой птице в Аркадии? Эта птица, сделанная из доспехов, выступает из скалы, взирая на Стимфальское озеро и поля, струящиеся волнами Золотого моря по всей Аркадии. Хочешь послушать о птице? Могу рассказать. Это отрада для меня. Она великолепна. Изготовлена из клинков павших солдат. Она высится над Стимфалом, над Золотыми полями. Стоя там, так легко забыть о войне. Значит, все так, как я слышал. Птица
символ борьбы Геракла против хаоса, и стоит там, где царит покой. Надеюсь, мир будет также давлеть над хаосом. Итак, я побывала в 5 местах, о которых рассказывал Фемистокл. За это я буду вечно тебе благодарен. А вот моя история. Фемистокл умер в Персии и не был там чужаком. Я обещал, что увижу места из его рассказов. Они живут во мне, а теперь и в тебе. А твоя история? Я заставил всех поверить, что покушение было успешным, и сбежал. Артаксеркс, я должна сказать тебе еще кое-что. Что? Царь Спарты Леонид был моим дедом. То есть? Твой отец, царь Ксеркс, убил моего деда. Тогда ты должна отомстить за него. Артаксеркс, лжецарь, Мистия привела меня к тебе. Я закончу то, что начал. Кассандра, прошу. Держись за мной. Артаксеркс, ты ранен? Хоть ты и могла отомстить за Леонида, но спасла меня. Спасибо. Не могла. Он хотел тебя убить. Наверное, это был очередной наемник. Верно. И теперь брат отправит за мной кого-то еще. Потом кого-то еще. Пора мне принять свою судьбу. Всегда можно сдаться. А можно и вернуться, убить брата и стать царем. Всю жизнь я исправлял ошибки отца. Не хочу стать им к старости. Что касается тебя, я должен расплатиться. Ну, я спасла тебе жизнь, царь, и объехала ради тебя всю Грецию. Точно. И в твоих рассказах я слышал речь самого Фемистокла. В гробнице на Саламине, где он спрятал сокровища, ты найдешь награду. Гробница возле того места, где он разгромил моего отца.
hombres. Прошу. Всего доброго. Уфе, брос. Одиссей не был обременен больным отцом. Как я прославлюсь, если постоянно нахожусь здесь? Хватит бездельничать. Делай, как велено.